Всем привет! Изначально в этом видео мы хотели рассказать вам о лучшем исполнителе пенальти в FIFA 18, но им оказался Марио Балотелли, персонаж и без того находящийся на слуху. Поэтому мы взглянули на противоположный полюс и отыскали худшего пенальтиста среди полевых игроков. OneWin. Побеждай по самым высоким коэффициентам прямо сейчас. Ведь OneWin дает 100% бонус к первому депозиту. Ставь на самые популярные виды спорта и выводи свой выигрыш мгновенно. Регистрируйся и скачивай мобильное приложение, чтобы всегда оставаться в игре. OneWin. Букмекер номер один. Он оказался представителем итальянской серии Б и клуба Чезена. 31-летний центральный защитник Андреа Эспозито имеет ужасающий, как для профессионального футболиста, скилл исполнения пенальти 11. Для сравнения, у Балотелли 94. При этом конек Эспозито – это сила. Возникает некий когнитивный диссонанс, но к этому все любители фифашки уже давно привыкли. Среди вратарей проскакивают персонажи с умением исполнения пенальти 5, но для киперов важнее их отражать, чем пробивать. Эспозито достаточно типичный итальянский защитник. Мощный, неторопливый и в меру агрессивный. В FIFA 18 у него серебряная карточка с рейтингом 65. Андреа воспитанник Лечче. В составе молодежной команды он дважды побеждал в чемпионате Италии и был там одной из ключевых фигур, цементируя оборону коллектива. Эспозито развивался очень быстро и дебютировал в серии А за Лечче в возрасте 17 лет. В 2009 году Дженуа приобрела перспективного защитника. За 50% прав на игрока Генуэз выложили более 2 миллионов евро. В том же году в FIFA 10 появилась самая крутая на сегодняшний день карточка Эспозито в фифашке с рейтингом 73. В Дженуа Эспозито так и не сумел стать основным игроком и, поскитавшись по арендам, вновь вернулся в родной Лечче, в составе которого в 2012 году в последний раз появлялся в серии А, а затем сразу же нырнул вместе с клубом в серию С. Уже пятый сезон Эспозито проводит в трясине итальянского футбола, поиграв за Латину, Виченцу и Чезену. Эспозито провел немало матчей за молодежные сборные Италии, а в 23-летнем возрасте получал вызов и в первую сборную на товарищеский матч с Ирландией, но на поле в нем Андреа так и не появился. Сложно поверить в то, что столь опытный игрок настолько плох в исполнении пенальти, и непонятно, почему именно Эспозито получил такой чудовищный скилл в этом компоненте. За свою карьеру защитник забил 5 голов, но все они были с игры, так что воочию понаблюдать за тем, как ужасно он исполняет пенальти, у болельщиков не было возможности. Скорее всего, это очередной пример наплевательства со стороны разработчиков по отношению к итальянским чемпионатам, где статистика многих игроков несправедливо занижена. Но с цифрами не поспоришь, и Эспозито официально является самым худшим исполнителем пенальти среди полевых игроков, имея смешной скилл 11, по одному баллу за каждый метр до точки. Ставь лайк, если считаешь, что исполняешь пенальти лучше виртуального Эспозито. Пиши в комментариях, кто по-твоему является лучшим пенальтистом всех времен. И не забывай подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы первым узнавать о выходе свежих видео от Кибербола. До скорого!